Вопрос. По смыслу хадиса друзья будут пребывать в раю вместе. Между тем, простой бедуин, который за одну минуту беседы с пророком обрел к нему чистую любовь ради Аллаха и по этой причине должен пребывать в раю вместе с ним, мир ему и благо, как может сравниться безграничная духовная сила благочестивого пророка со степенью простого бедуина? Ответ. На эту высокую истину мы укажем следующим примером. Допустим, один величественный хозяин в неком красивом и ярком саду приготовил большое угощение и прекрасное место зрелищ, поместив в нем все виды наслаждений. Всевозможные вкусные блюда, которыми только может насладиться чувство вкуса, все красоты, которые могут порадовать глаз, разнообразные диковинки, которыми может насладиться воображение, а также все то, что способно ублажить и порадовать все внешние и внутренние чувства. И вот два друга идут на это угощение. Несмотря на то, что они расположились на одной ложе и за одним столом, один из них из-за своего слабого чувства вкуса получает лишь частичное наслаждение. Его зрение слабо, а чувство обоняния отсутствует. Он не может понять редкостные создания, представленные там. По причине неполноценности своих ощущений он может насладиться только одной тысячной, а может быть одной миллионной частью того, что есть в этом месте прогулок. Другой же приятель, обладая выраженными и совершенными внешними и внутренними восприятием, разумом, сердцем, чувствами, наслаждается всеми имеющимися в этом месте зрелищ, красотами, тонкостями и редкостными вещами, ощущает их, находясь рядом со своим приятелем. Поскольку так бывает в этом запутанном, горестном и тесном мире, все маленькое и большое, находясь вместе, различается, как небо и земля. Безусловно, в раю, который является обителью счастья и вечности, каждый человек, будучи со своим другом, получит, согласно своим способностям, долю наслаждений со стола милостивого и милосердного. И даже пребывание на разных уровнях рая не помешает им находиться вместе, ибо 8 уровней рая, находясь один поверх другого, имеют один общий свод — Арш-и-Азам, Великий Престол. Это подобно тому, как на склонах горы конической формы от подножья до вершины расположены входящие друг в друга круги, стоящие на склоне один над другим, что не мешает им видеть солнце, которое своим светом достигает их всех. Также и рай будет иметь подобие этого сравнения, на что указывают многие предания хадисов.